Всем привет! С вами вновь Metal Sonic, и наконец-то я начинаю вторую часть прохождения игры Sonic the Hedgehog на приставку Sega Genesis или Mega Drive. На самом деле, я 2 дня уже не мог записать этот видос из-за различных, скажем так, дел, связанных со школой, как-никак у меня 9 класс. Ну и, в общем-то, сейчас с новыми силами давайте начнем новую часть. Как вы помните, в прошлой части мы остановились на начале уровня Spring Yard Zone, который мы сейчас вот проходим. Ну, собственно говоря, это первый казино уровень в мире Соника, да. И на самом деле это один из моих любимейших, ярчайших, наверное, уровней в первом Сонике. Потому что все остальные, мне кажется, какими-то тусклыми, что ли, в первой части. Так, тут у нас гигантская оса. Да блин. Да черт бы ее побрал. Ну, в общем, как-то так. Так, тут у нас псевдо-соник какой-то, робот. Ах ты ж гадина. О боже, что это за глюки? Серьезно, какие-то багнутые спрайты тут? Ну ладно. Ну и больше я не знаю, в принципе, что комментировать. Так. Йоу-соник, отлично. Так, здесь нужно избавиться по-быстрому от этих ос, потому что они что-то как-то бесконечно испавнятся. Да вы должно быть шутите. Серьезно, конечно же, если бы я сейчас не записывал, то таких косяков бы не было. Но сейчас работает закон подлости, я бы так сказал. Ну и я не могу почему-то нормально пройти уровень. Так. Ты ешь... Соник. Так. Игра идет на удивление плавно с флапсом, потому что обычно у меня, не знаю, с записью игр на эмуляторах с флапсом большие проблемы. Взять тоже прохождение Спайдермена на PlayStation. Там вообще у меня почему-то FPS дико падал просто. Так, в этот раз я не повелся на эту хрень. Так. Да блин, да сколько же вас тут? Извините, у меня тут язык заплетается, потому что вечер уже. Так. Кстати, пишите в комментариях, какой ваш любимый уровень в первом Сонике. Будет очень интересно посмотреть ваше мнение. О, я даже не ожидал найти тут секрет. Хотя, если честно, я помню, что он здесь находится. И мне довольно нравится здешний трек, играющий, музыка на заднем фоне. Ну и, в принципе, сама как бы такая легкая атмосфера уровня, что ли. Так, у меня что-то такое ощущение, что тут что-то есть. Так, я хочу туда попасть. Ой. Чуть не попался. Так. Да. Ну, в принципе, не было большого смысла сюда идти. Господи, как же трудно играть без спиндэша. Серьезно, спиндэш немножко оказуалил, что ли, Соника, потому что... Не знаю, потому что в первой части как-то самому надо было разгоняться. Да ах ты, все. На бонус уровень точно мне не попасть. Да ё! Да ё! Слава богу, я взял чекпоинт. Так. Если честно, у меня сейчас так бомбит. Слово, сегодня начался Sage 2017, то есть как бы выставка, конкурс фанатских игр или выставка, в общем, фанатских игр про Соника. Возможно, я буду что-то записывать, какие-то игры с ним.
Ну, для меня самая ожидаемая игра на Sage 2017 это Sonic, фанатский порт 2006-го Соника на ПК. Серьезно. Многие ругают эту игру, хоть многие ругают эту игру, мне почему-то. Я почему-то мечтаю в нее сыграть, не знаю. Проверить, правы были критики или нет. Не, у меня, конечно, есть третья Сонька, но пока что дороговато заказывать игры в интернет-магазинах. Ну ладно. По крайней мере, для меня. Но так или иначе, мы зашли в Special Stage. Пытаемся не зафейлить его. Если я правильно вспомню, куда нужно идти. Видимо, сюда. Давай, Соник, не подведи меня. Не подведи. Так, ну здесь, в принципе, написано, куда нам, в каком направлении нам следовать. Так, ну я тупой нуб в этих бонус-стейджах. И что это за хрень сейчас была? Так. Вой, нет, нет, нет! Сволочь, не надо сейчас падать. Фух. На самом деле, как-то легко я собрал его. Если бы сейчас не записывал, то я бы, наверное, его не смог взять. Я не могу поверить, нам еще два изумруда всего лишь осталось. Хотя, ну... В общем, в первой игре нет стимула собирать изумруд, потому что тут нам за это, ну, дадут только очки, наверное. И если вы не знали, то здесь нельзя. Здесь еще не появился Супер Соник. Он дебютировал только во второй части. Так что. Вот. Ну, вы поняли. Блин, это сейчас было странно, я как-то смог убить этого чувака сверху. Так, разгон возьмем, отлично. На заднем плане у нас какой-то город. И в первых играх нам особо не показывали мир, где живет Соник. Там Мобиус, все дела. Хотя не знаю, зачем я про это заговорил. И, к слову, если вы не знали, то родная планета Соника это Мобиус. Если я не ошибаюсь. Ну и про это упоминалось только в комиксах, в мультах, наверное. Ну, в общем, если вы думали, что в первом Sonic Adventure действие происходит на Земле, то вы ошибались. Там вот действие происходило на Мобиусе. Потому что есть выпуски комиксов Арчи про Соников. Ой, про Соника и твою дивизию. Забыл, что хотел сказать. В общем, в комиксах Арчи про Соника есть упоминается то, что он живет на Мобиусе. Ну и на Мобиусе живут также вроде люди. Это было в пересказе событий игры Sonic Adventure в комиксовом. Кто не знал, некоторые выпуски комиксов про Соника были основаны именно на играх. Вот, как-то так. Но я особо не углублялся в комиксную вселенную Соника. Ну ладно, пока мы тут болтали про комиксы, мы закончили второй акт, собственно говоря. Spring Yard Zone, Act 3. Так. Спокойно. У меня нет желания проигрывать. Как-никак у меня всего две жизни осталось. И сейчас, ну, сейчас за время прохождения уровня он мне немножко разонравился. В плане того, то, что я здесь все время дохну. Так. Так. Понесло. Так, здесь нам... Блин, я надеялась, что здесь можно пройти, но нет. Нет. Фух.
Я уж подумал, что меня придавят тупо. Так, что тут у нас? Тут у нас шорткат, так сказать, CS уровня. Ты ё-пало, почему? Как я ненавижу вот эти места с не знаю, как это назвать, с шипастыми шарами. Блин, к сожалению, здесь не пройдешь. Здесь нельзя пройти. Так. Ну вот. Не, ну что-что, а музыка тут, конечно, отменная. Да. Так. С этим чувачком разобрались. Ну, я чувствую, я уже чувствую, что мы приближаемся к концу уровня. Так. Я сейчас стараюсь как про проходить этот уровень, как эксперт. Но у меня нифига не выходит. Так, вот здесь я точно могу зафейлиться. Так. Хоть сверхзвуковой шар там сейчас летал. Вот этот, я о нем говорю. Так. Здесь срезать нельзя, придется по старинке. Так. Да, в этой части прохождения я, конечно, показал свое отсутствие скиллов в Сонике. Кстати, вот здесь лучше не падать. Если мне память не изменяет, там внизу. Если мне память не изменяет, там внизу бездонная пропасть. Так. А вот и босс. Ах ты, сучара, так. Сволочь, точнее. Воу, я сейчас так сильно рисковал. Так, ну мы уже скоро его, в принципе, завалим. Вот, уже завалили. Ну и он был довольно легким. Так. Отлично, мы прошли зону, дорогие друзья. Так. Я надеюсь, сейчас все записывается, потому что обидно будет, если это не так. Так. О, только не этот уровень. Серьезно, я ненавижу эту зону. Очень часто было так, то, что я начинал проходить только до конца. Из-за этого уровня забрасываю ее. Нет, вы не подумайте, я ее до конца проходил. Но когда только когда я не узнал первый раз, я не мог ее пройти из-за вот этого уровня. К тому же я раньше был диким нубом. И даже не знал, то что можно воздух, как бы, подпитывать Соника воздухом с помощью пузырей. Серьезно, я был вообще дебилом. Ну ладно. Сейчас, в принципе, какой-никакой скилл есть. Ну, я так думаю, так. Серьезно, я удивляюсь, как я раньше не знал про вот эти воздушные пузыри. Оп. Зафига вообще надо было это место делать, спрашивает. Блин, конечно, смешно будет, если сейчас произойдет гейм-овер. Так, кольца. Ух. Блин, этот уровень реально замедляет игру. То есть в первом Сонике нет среднего. То очень быстрый Гринхилл, то очень медленный Лабиринт Зоун.
Вроде так произносится. Сейчас старался сказать с английским акцентом. Так, я получил урок, то что туда лучше не прыгать, потому что там шипы. Так, я бы хотел попытаться попасть в бонус левел. В бонус спешл стейдж, точнее, поправочка. Не, ну музончик тут ничего, в принципе. Ну камон уже. Блин. Хенли я не могу нажать. Так. Отлично, смог. Так. Вовремя я взял воздух. Нет, только не на шипы. Тут у нас лохотрон. Соника пытается. Платформы пытаются поднять Соника к шипам. Ну, в принципе, за все время, как я играл в Соника 1, я эти ловушки запомнил. По крайней мере, некоторые. Так. Серьезно, тут у Эвел просто буквально утыкан ловушками. Я прям представляю, как программисты делали этот уровень. А давайте поставим больше ловушек, чтобы фанаты Соника страдали. Так. Хотя тогда не было такого понятия, как фанаты Соника, потому что вышла только первая игра Сии. Ну, точнее, ее тогда и создавали. Господи, какие тупые предложения я сейчас говорю. Ну ладно. Интересно, а что если использовать эту пружину? Так. А нифига. Ровно нифига, так. Так, чекпоинт. Я уж подумал, что иду задом наперед. Так. У нас... Вот я. Извиняюсь. Меня отвлекли. Ну, так или иначе, давайте продолжим. Так, ух, как я ненавижу этот уровень. Я уже об этом неоднократно говорил. Потому что, ну, ёшкин кот. Какой садист придумал этот уровень? Серьезно. Нет, блин, кажется, что-то будет. А, видимо, нет, мы нормально вылезли на поверхность. Так, конечно, не хотелось бы кольца терять. Как-то обидно будет столько штук терять. Так. Спокойно, Соник. Спокойно, не подведи. Нет. Фух. Я вот не помню, вот эти вот выстрелы дамажат Соника или нет. По-моему, нет. Так, тут еще один буробот. Так. Отлично, погасили его. Так, конечно, не помешала бы подпитка воздухом тут, на самом деле. Блин, подводные уровни это самое, не знаю, глупое, что могли придумать разработчики для игр по Сонику, серьезно. Это же так тормозит игровой процесс. Это же выбешивает, ё-моё. Ну, слава богу, мы этот сраный уровень прошли. Извиняюсь. Так, второй акт Labyrinth Zone. Кстати, все же, несмотря на то, что я сейчас сказал, есть у меня любимые уровни Соника. А именно, мне нравится Гидро-Сити Зон. Наверное, благодаря своей музыке и атмосфере. Потому что вот Гидро-Сити, вот МХО, самый лучший уровень в Сонике, подводный именно. Да и может быть вообще, кто знает. Ой, кстати, Соник сейчас не свернулся в клубок. Лол. Анимация до конца, видимо, не прогрузилась. Так.
Я уже испугался, в группу зашел. Так. А что будет если подохнуть на этой пружине? Вот меня интересует. Фак, я уж испугался, что подохну. Тут у нас такая, как бы сказать, секретка с кольцами. Ну как секретка, ее можно легче легкого найти, ну ладно. Так, здесь где-то должна быть кнопка вроде бы, да, вот она. Которая откроет он тот самый проход. Да, много головоломок в первой игре. Так сказать, сложные паяколы. Так. Ну хоть бы это бессмертие подольше продлилось, серьезно. Мне оно, ну, ой, как нужно под водой. Так. Вот, чтобы обходить такие моменты. Так. Да ё-моё. Это бессмертие сыграло злую шутку, серьезно. Потому что она заканчивается в самый, ну, не знаю, неподходящий момент. Так, спокойно. Все нормально, фух. Ой, как я ненавижу этот момент. Серьезно, тут все. Тут все связано с таймингом, так. Конечно, эта игра не такая сложная, как тот же Cuphead, который сейчас у каждого на слуху. Но все же эта игра сложная. В некоторых местах. Ну, хотя, в принципе, в свое время это была игрушка. Ну, игрушка для детей. Если сравнивать с тем, что сейчас, во что сейчас играют дети, ну, мелкие, то это вообще хардкор. Так или иначе, мы пошли, какой там по счету? Первый акт. Второй акт, да. Мне бы, конечно, заработать жизнь. Но в таких условиях, как Labyrinth Zone, я не смогу. Так, посланы нафиг. Опять эти игры, блин, со склонами не выбешивают. Так. Серьезно, просто идет скроллинг экрана постоянный. Да ёшкин Соник, давай прыгай. О, боже мой. Так. Как же мне запрыгнуть на эту... На эту... Даже не знаю, как сказать. Так. Еще на эту фигню. Да ёшкин ты Соник, блин. То хватит. Так, как бы мне... Так. Тут, конечно... Да блин, давай. Господи, что мне делать-то? Так, фух. Так, ну на самом деле надо... Не на этот скон, а на этот, да. Фух. Тайминг я рассчитал. Так. И если мне не изменяет память, да, нам вот... Вот туда примерно. Так. В другую сторону Соник. Да, сюда. Так, главное не потерпеть фиаско. Так, постараюсь проходить аккуратно, насколько это возможно. Насколько это возможно для меня, потому что я нуб, как вы все можете видеть, ну, на своих экранах. Так, по-моему, мы уже приближаемся к боссу. Да сволочи. Блин, меня всегда выбешивали эти копья. И плюс под водой еще как-то физика меняется, я так понимаю. Соником как-то, не знаю, управление каким-то тягучим становится под водой. Если можно так выразиться, конечно. Ну, в общем-то, мы на поверхности. Так, сосик.
Так, жить можно, жить можно. Так. Ну, не сказать, что сложный момент, все о тайминге. Вот, все связано с таймингом. Так. Отлично, как-то нам повезло. Главное не накаркать. Блин, что у меня плохое предчувствие, да ё-моё. Так, в ту сторону не ногой, влево. Так, и что это за тупик? Извините. Так, тут у нас... Фак. Ё-моё, ё-моё, не-не-не. Я не хочу умирать. Ёшкин дрында. Блин, посмотрите, мне игра даже шанса не дает. Я буквально на волоске уже нахожусь, на грани. Потому что, во-первых, у меня 0 колец, во-вторых... В общем, я, пожалуй, сохранюсь. Как-то неохота проигрывать. О, отлично. Как раз на руку сейчас нам это сыграет. Бессмертие. Так. Давай, чувак, ты можешь... Давай, братан. Это фиаско, братан. Да блин. Нет. Нет, давай. Сволочь, нет. Блин. Но я не так легко, в принципе, не сдамся. Конечно, вы можете посчитать это за читерство, но... Но я думаю, вы не захотите смотреть, как я заново буду мучиться. И я так понял, вот даже когда у нас бессмертие, мы теряем кислород. Серьезно, когда мы его потеряли, бессмертие, то у нас... Короче, не буду развивать эту мысль. Ну, вы и так все поняли. Господи, за что такая обуза, блин, да? За что такая обуза? Давайте возьмем щит. Так. Лучше бы взять воздух на самом деле. Соник, не подведи, давай. Чувак, братан. Так, ёлки, блин, фух. Да ё-моё. Сейчас реально фартануло. Так, отлично. Там наверху у нас... Фух. Я испугался, что наверху у нас шипы. В смысле, не у нас, а в игре. Боже, почему так медленно? О, Соник танцует в такт музыки. Так, ладно. Здесь у нас, по-моему, уже Яйкин неподалеку. Так. Ну блин, ну Соник, ну что ты творишь? А, я уже испугался, что коньки откину. Так. Блин, вода поднимается. Мне неохота оказываться под ней, в принципе. Ну, нафиг. Так. Пойду по легкому пути, так сказать. Я ищу легкие пути. А, ну иди сюда, говно собачье. Жопа! Давайте continue. Сволочь, мне придется загрузиться. Так.
Блин. Я сейчас на самом деле дико бомблю, если так можно сказать. Вот, ну не... Пытаюсь сохранять спокойствие. Да так. Так. Соник. Слопис, давай осторожно. Так. Блин, это было довольно-таки жестко дойти до босса, а потом сдохнуть. Представляю, что как было трудно тем, кто играл в эту игру, в эту игру 90-е. Серьезно, как вы умудрялись это проходить без сохранения? Что такое демор? Так, спокойно стоим. Так, я лучше, знаете что, сохранюсь, так. Фух, я сейчас мог... Чуть не сохранился на смерти, так сказать, так. Там, видимо, слева был какой-то бонус, значит, не обратил на это внимание. В любом случае, кольца-то нам сейчас особо не нужны. Как-никак, в третьем акте... Нет этих... Бонус стейджа. Спешл стейджи, точнее. Так, вот наш главный негодяй появился. Фух, вот это было близко. Так. Спокойно. Да ё-моё, кольца. Кольца! Да. К счастью, я сохранился на... в нужном моменте. Ну и в принципе сейчас будет все так сказать чики-пуки. Норм все будет. Так. Так, вот это мне, конечно, пригодится. Без сарказма. О, Соник чуть не попал на эту, на эти пики, или как они называются, копья, штыки, что это за оружие, так. Так, я сейчас вот не имею права просто упасть вниз, так. Эггмана мы слили, в принципе. Ух, ну скажу я вам, эта часть была довольно-таки сложной. На самом деле. Ну, а следующую зону вы увидите в следующей части. Если вам понравился данный видос, подписывайтесь, ставьте лайки. И заходите в группу ВК, ссылка на которую будет в описании. Ну а сейчас всем гудбай.